дорогие друзья мои! Привет! Ну, с чего мы сегодня начнем? Лёвушка, ты же обещал рассказать одну интересную историю. Да? Ой, что-то я подзабыл. Какую? О том, кто на свете самый упрямый. А, ну да, конечно. Сейчас вы ее услышите, но только мне нужна ваша помощь. Согласны? Согласны! Здорово. Ты, Машенька, будешь это... Ой, как ее, такая упрямая, такая каменистая, высокая, а, это, скала, ты будешь скала, а Андрюша будет ветер, вот. Итак, история начинается. Однажды заспорили ветер и скала о том, кто на свете самый упрямый. Я самый упрямый. Нет, я самый упрямый. Я самый упрямый. Сколько ты на меня дуешь, а я все стою. Нет, я самый упрямый. Сколько веков ты стоишь, а я все равно дую. Нет, я! Нет, я! Нет, я! Нет, я! 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 Нет, я! Ой, все. Стоп. Молодцы. Вот так спорили ветер и скала очень долго. Уже и зима прошла, и осень наступила и прошла. И потом весна наступила, и вдруг из расщелины появилась маленькая былинка, травинка, и стала тянуться вверх. Дождь лил, а она тянулась. Солнце жгло, а она все равно тянулась. Вот кто самый упрямый. Уж как я ее не пускала, а она все равно пробилась. А я гнул ее, сдувал, а она все равно не сломалась. Потому что она была очень упрямая. Потому что она была живая. Верно. Из этой маленькой былинки-травинки выросла пушистая, красивая сосна. В ее ветвях прячется ветер, в ее тени прячется скала. И оба они с гордостью говорят: вот она, наша былинка. А помнишь, когда она маленькая была, уф, какая была упрямая. Вот такая история. А теперь давайте посмотрим мультфильм. Давайте. Ну вот, дорогие мои, присылайте нам свои письма, рисунки и стихотворения. А мы говорим вам спокойной ночи и пока.